Шалом, друзья! Сегодня 27 число месяца Ияр. Для того, чтобы в мир вмещал в себя божественность, Всевышний дал нам Тору и заповеди в ней. Тора вмещает в себя самого Всевышнего в скрытом виде, ибо Тора от мудрости исходит, и это высшая мудрость, которая несравненно выше мира раскрытия, и, как говорилось выше, что бесконечный свет Всевышнего, благословен Он. Он облачен в высшую мудрость и с ней един, и Он благословенный, и Его мудрость едины. И эта мудрость спустилась со ступени на ступень, пока не облеклась в материальные вещи. И это 613 заповедей Торы. Поэтому, когда человек учит Тору, выполняет ее заповеди, он соединяется с этим высшим светом и со Всевышним. Хорошего дня, друзья, и до новых встреч. Момент мудрости с Коль Эль Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.